Запускаем программу. Из настроек мы видим, что из буферов PR это комбинация Alt-D. Идем на страничку PR. Например, вот такую статью. И смотрим, какие бы мы могли слова пропиарить. Например, вот такое. Ctrl-Copy нажимаем и Alt-D. По нажатию Alt-D помещается в буфер. Вот. Не в буфер, а в саму программу. Но также это привлекательно. Ctrl-Copy, Alt-D. Ну и напоследок вот такое. Теперь нам надо получить короткую ссылку. Например, можно так получить. Либо если ссылка не сильно длинная, вот как у меня видно, можно ее вставить. Вставляем ссылку короткую. Хэштег 3 символа пусть так и будет. И выбираем время пиара. 0,1-5 минут. Наши аккаунты, в которые надо пропиарить, отправить это сообщение с ссылкой с хэштегом. Соответственно, чем больше у нас аккаунтов, тем эффективнее будет. И нажимаем «Пуск». Вот две строки показывают больше 140 символов. Мы сразу видим, какие это строки. Можем их подредактировать прямо тут. Некоторые слова убрал, пробуем еще раз. Все, программа свернулась и из заданной периодичности будет пиарить страницу. По окончанию она развернется с сообщением, что все успешно. Вот мы видим, каждое очередное слово пиара показывается в трее. Твиты выпущены, окно программы разворачивается и видим вот наша плавающая пауза 0,1-0,5 минут. И дальше в два аккаунта идет пиар, затем опять пауза и опять пиар. Можно вот этой кнопкой очистить окно. И на этом все.